мама! Нет, это не на нас! А там две ракеты! Не, она разорвалась! А вот здесь на модели на целом... Сколько уже будут запускать эту вилку? Это из фильма «Аватар» или откуда это? Летелся уже, да? А, «Звездные войны». Модель называется «Траун», если я правильно читаю. Я, к сожалению, не настолько фанат «Звездных войн», всех еще не выучил. Помню только тех, которые были в начале. Что-то не так? Все, вы видите, что у меня установка программного устройства. Самый центр стартовой зоны. Даем отсчет. 3, 2, 1. Ну, старт! Норма! О, как! Горизонт событий. Скоро мы узнаем, что будет в будущем после запуска. Давай! Стартовому столу. Пульту управления. Модель под названием «Горизонт событий». Синие и черные цвета раскрашены в самой центре стартовой зоны. Жанна Геннадьевич, отойди, пожалуйста, за спиной модель запускают. Даем отсчет.